Всем привет. Наверное, у всех бывало, когда что-то делаем, не знаю, например, там что-то пишем, еще что-то в какой-то программе делаем, и не знаю, то ли что-то отключается, что-то пропадает, и мы думаем, блин, час отсидел, что-то делал, и не сохранил, не успел, и отключилось, бывают там всякие проблемы такие, и как достать этот файл, чтобы не переделывать заново. Покажу быстро, как можно, как говорится, найти. Вот, берем там, где search, открываем и пишем следующее. Знак процента, app, data и еще раз знак процента. Ну вот, и появляется вот это такой фолдер. Нажимаем Enter, заходим, и тут мы видим вот roaming. Это то, что все программы, которые есть, и он тут, в принципе, сохраняет автоматически, и тут можно найти, например, если вы это делали сегодня, пишем, например, месяц, день и год, и тоже нажимаем вот эту стрелочку, и он вам показывает всю информацию, и тут вот можно найти именно ваш файл, который вам нужен, в которой программе вы это делали. Ну или можно искать с этого списка, например. Так что вот это такой быстрый способ найти, не унывать сразу, а можно найти файл, который вам там закрылся нежданчиком, и таким же способом не тратить время опять на это все. Надеюсь, кому-то помог. Так что пользуйтесь. Всем пока.